могу все. Воды выше колена, а в соседнем подъезде осталось несколько сантиметров до потопления и электрического щита. Кроме сырости, еще и вонь. Жуткая. Жаль, камера не передает этого удушливого запаха канализации. Жители Красной 105 дышат ароматом фекалий уже 4 месяца. Плохо как. Что там у вас дома? Есть ощущение? Комары, мухи, да. Началось все много лет назад, когда по соседству построили торговый центр. При проведении работ была повреждена ливневая канализация, и ближайшие дома оказались заложниками собственных отходов жизнедеятельности. Особенно в осенне-весенний период. В соседнем 107-м доме управляющая компания нашла выход – откачивать канализационные стоки из подвала. А что вы сделали, чтобы в подвале стало сухо? Вода сама ушла? Насосом качаем. Красный 105, в особенности первому подъезду, не повезло дважды. Отопление подвала на протяжении более 3 лет канализационным коллектором. Происходит это в результате того, что основной коллектор не справляется, выдавливает всю канализацию в подвал. С виду и не скажешь, что леди в деловом костюме и на высоких каблуках так разбирается в канализационной системе. Статус старший по дому и сама ситуация обязывает. Она уже 3-й год обивает пороги инстанции с просьбой решить проблему, а в итоге отписка. По документам наш подвал сухой. Последняя отписка от управляющей компании, что она в состоянии 6-07, подвал сухой, обработан хлором, однако там можно наблюдать больше воды, больше, чем с колена. Сегодня ее как будто услышали, а к дому проявили повышенное внимание. Тут как тут аварийка МУПК ЖКХ во главе с начальником. Что тут происходит, скажите мне? Ну подождите. За 4 месяца ситуация только усугубилась. Чего ждать? Пора действовать. Но, видимо, Сергею Гончарову, начальнику службы эксплуатации водопроводно-канализационного хозяйства МУПК ЖКХ, не хватило целого квартала, чтобы разобраться в проблеме. Нечего сказать, отшучивается. 4 месяца люди страдают, пишут по инстанциям. Снимите Петра Иосифовича. Кто такой Петр Иосифович? А вот сзади стоит. Решать проблемы должны две эксплуатирующие компании – МУПК ЖКХ и непосредственно ПИК-комфорт. Ведь именно она обслуживает дом. Техники всегда на месте, собственно, как и сегодня. Но что мешает работать? Я не могу, мне некуда качать. Колодцы все стоят. Открываем колодцы. Когда по лотку идет, никогда не пойдет в подвал. Коллектор МУПа в порядке, а вот колодец у первого подъезда заполнен канализационными стоками. Начальник МУПК ЖКХ начинает размышлять на тему, в чем дело и как решить проблему. Вот центральная труба, да? Вот труба из дома. Смотрите, потекло, да? Посмотрите, можете снять, да? Вот по-хорошему, вот хотя бы если программа минимум, вот эту трубу, которая из дома идет, именно в том подъезде, в первом, поднять повыше. Но для этого, собственно говоря, придется переделать все внутридомовые трубы. Соответственно, внутридомовые стояки тоже повыше все поднять. Вот. Но это, вот, собственно говоря, это единственное, что можно сделать. Старшая по дому говорит, это нереально. Можно только представить, сколько будет стоить переделка всей канализационной системы в доме. И управляющая компания на это не пойдет. Кстати, что скажет на это ПИК-комфорт? Они не заставили себя долго ждать, только, увы, с сотрудниками МУПа не встретились. На место прибыли сразу после их отъезда. Открыли колодцы, и вот их ответ МУПу. Мы у себя поднять трубу вверх не можем. Вот эту трубу, которая идет с подвала, вверх, мы ее поднять не можем. У нас не будет уклона и не будет вода уходить. Соответственно, надо углублять колодец, скорее всего. Но для этого нужно техническое решение вместе с сети-то у нас. Чьи? Не наши? На это еще уйдет 4 месяца. А бюджетное и по срокам мгновенное решение лежит прямо на поверхности. Ведь почему засоряется, разобрался молодой техник. Не зря ходит, каждый день фотографирует. Происходит, ну, видать, засор трубы, который идет в другой колодец. И все остальные колодцы стекаются в этот и в подвал текут. Трубу нужно просто прочистить, говорит техник. Что в итоге и сделали. Сразу после того, как уехала наша съемочная группа. Нагнали кучу техники, прочистили засор. Канализация начала уходить. Цитируем старшую по дому. Оксана Боярова, Виталий Киселев и Андрей Бабкин. Наше время.
Смотри нас в телефоне, мобильное приложение «Солнечногорское телевидение» доступно в App Store и Google Play. Скачай и смотри.